Доброе утро! Почему бы не побаловать себя сладеньким на завтрак? Особенно, если оно полезное. И сегодня мы приготовим пудинг из авокадо. Для этого нам понадобится один спелый авокадо, 45 граммов горького шоколада, 30 миллилитров кокосового молока, 10 граммов сливочного масла и 1 чайная ложка подсластителя. Берем авокадо, разрезаем его пополам, удаляем косточку и при помощи столовой ложки извлекаем мякоть, которую нарезаем на кубики. Берем чашу для блендера и закидываем туда кубики авокадо. В небольшую кастрюлю выкладываем сливочное масло и горький шоколад. Растапливаем до однородной консистенции. Готовый жидкий шоколад добавляем к авокадо. Туда же выливаем кокосовое молоко. Добавляем подсластитель и немного гималайской соли. Все тщательно взбиваем до однородной консистенции. Готовый пудинг выкладываем в креманку, украшаем миндальными лепестками и наслаждаемся очень нежным, шоколадным, вкусным завтраком. Полезный завтрак – залог успешного дня. Приятного аппетита!